Всем привет, дорогие друзья, с вами Вадим, и сегодня у нас взгляд на игру, которая называется Scary Killer, вроде как. Ну и вот так вот она по-обычному у нас называется. А ну и тут, короче, стоит какой-то чувак, который, скорее всего, приперся прямиком из ада. Ну это если смотреть на его глаза, скорее всего. И где-то, короче, отыскал бензопилу, чтобы, так скажем, процесс моего убийства меня шел довольно-таки быстро. Ну и, кстати говоря, я немного посмотрел, ну, как бы даже не посмотрел, а просто протестировал, как эта игра будет на записи. Игра, короче, оптимизированная, вроде как нормально. Поэтому давайте начинать. И тут, короче, вот такие уровни. Я сначала подумал, что это уровень сложности какой-то, блин. Типа... И знаете что, я дальше смотрел, короче, на уровень сложности вот это. Типа сложно, сложно, невозможно, дальше вот это все идет. И тут еще вот этот премиум, какой-то пылающий ад. Короче, ладно, неважно. Так, а таких, как я, зовут охотников за сокровищами. Ходят слухи про заброшенный дом на краю города. Говорят, что он набит древними артефактами, но никто оттуда не выбирался. Настало время узнать это. Ну и, конечно же, тут я пошел, дебил. Так, хорошо. Наша первая задача — это найти лом. Но это я уже немного все знаю, потому что сейчас обучения нету, и это все объясняет. Хорошо. Так, вот и лом наш. Тут у нас ничего нет. Ну, тут у нас, короче, типа... И знаете, тут как будто все реализовано прямо как в Butcher X, потому что сейчас... О, начинается сердцебиение, короче. Ой, этот дурачок рядом. Так, хорошо, надо куда-то валить. А он меня не увидел случайно? Ой, смотрите, идет. А вот и первый прогресс пошел. Ой, я подумал, это Джон Свиноч, потому что что-то немного похоже было. Ой, все, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот не надо надо мной угорать, пожалуйста. Так. Ой, бензопилу подрубил, ни хрена себе, сейчас страшно будет. Ой-ой-ой-ой. А куда бежать-то? Вот объясните мне, пожалуйста. Я убегу от тебя. Нет, не смей вообще. О, мы можем бежать с вами, ни хрена себе. Залази, залази, все. Нормально. Нормально, он нас тут вообще не достанет. Ой, как бы утласти каком-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну он, конечно, жестко меня распилил. И на заднем плане мы, как и остальные чуваки, просто повисли вверх ногами. Хорошо. Начать заново. Давайте попробуем еще раз. Охотник, блин, за сокровищами. Нахер ты сюда пришел? Так, хорошо, это нам все не нужно, в принципе. Нам нужно просто вот разблокировать дверь и пойти к черту. Он идет оттуда, и это я уже понял. А значит, нужно теперь начинать уже нормально действовать. Ой, что это? Нифига, бабулька, ты че? Эй, все нормально? Эй, успокойся, да. Че ты орешь-то, блин? Это скорее клоун какой-то. Так, ну хорошо. Опять пентаграмму, вы издеваетесь, что ли? Ой. Я вошел, короче, вы поняли. Я просто вошел. И что же мне тут надо делать? Вот ответьте-ка мне на этот странный вопрос. А нафиг мне сундук, если там ничего нету? О, посмотрите. Секретов найдено 1 из 3. А, я должен искать секреты. Вот какая задумка. Так, приближается падла. Так, вот это, кстати, на самом деле удобная шутка. Ой, шутка, блин. Удобная шутка, блин. Вот это я говорю сейчас. Короче, удобная штука. Ой, смотрите, идет как. А вот если я сейчас выйду... Ну, знаете, лучше не рисковать. Ага. Хотя я люблю рисковать иногда. Так, хорошо. Так, ну все, теперь все стало более спокойным. И опять эта дура, короче, тут орёт. А если она меня палит? Вот что ты тут угораешь, вот скажи мне. На прививку пойдешь, падла. Ну, прям вообще надо мной издевается. Ой, второй секрет. Бери второй секрет. В принципе, я понял суть игры. А если он сейчас сюда припрется? Рядом он где-то, чувак! Вали отсюда! Ой, как много телевизоров.
Ой, где-то рядом, где-то рядом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Телевизоры, короче, всякие тут. Ну, это как бы все интересно, но, блин. И двери мы, короче, сами открываем. Ну, как в Азии, короче. Короче, мы с вами должны искать каких-то кошечек. Я понял смысл игры. Ой, господи, как много кетчупа, винишка и так далее. Вообще все такое смешанное, перемешанное здесь. Офигеть. Так, хорошо. Куда? Ой, я могу тут спрятаться. Вот какое облегчение это сразу. Фак. Хорошо. Я, короче, спрятался, он, скорее всего, идет сюда. Это по-любому. А, ты с той стороны пошел, офигеть. Не иди сюда, не иди сюда. Даже не думай. Слушайте, а мы сейчас от сердечного приступа не сдохнем случайно? Ну, типа, он ушел, я понял, да. Типа, я сваливаю отсюда. Фак. Что-то вообще не понимаю. А как тут быть-то? Типа... Давайте смотреть на сердечко. А, ну конечно. Еще ж тут проверять можно. А чё я не проверяю? Не понимаю. Опять эта дура орущая. О, вот. Найти ключ. Какой нахрен ключ? Ты чё? Ну, типа, да, я понял. Сначала нужно найти артефакт. Чё, угораешь, да? Не, он сюда идет, прикиньте. Это, короче, стелс игра, я так понимаю, да? Ой-ой-ой-ой, красным каким становится. Ой, дверь открылась. Так, понял. Понял, принял. А он, случайно, сейчас не свернет назад там, не знаю. Давай. Короче, я понял. Я, в принципе... Ух ты! Ух ты, а чё это мы тут умеем? А кто это у нас тут это... Отложил вот такой огромный капкан, а? Нашел. Нашел, да. Да бери ты уже, найти... Найти ключ. А где ключ-то искать? В тисках? Где? В бутылке от вина или что у него там? О! Где он? Ой, припёрся! Здорово! Слушай, у тебя это... Надеюсь, предчувствие плохое. Нет, точнее, хорошее предчувствие, потому что если плохое, то он меня бы спалил бы нафиг. Ну, типа, ща можно выйти. Тих, давайте я лучше так заныкаюсь. Уходи, пожалуйста. Ой, далеко как пошел. Так, слушай, чувак. А вот где мне, короче, искать вот эту... Вот этот ключ. Я не имею никакого ни малейшего представления. Вот реально, никакого ни малейшего представления. Если он был здесь... А вот давайте просто на ошибись теперь будем бегать, потому что, ну, блин. Я вообще как бы запутался в такой... А может, у тебя в руках он? А может, он у тебя в желудке, поэтому у тебя там все болит, и поэтому ты орешь? Ой, а мы тут были, я что-то не помню. Ну, тут можно спрятаться, да. Но где ключ? Где ключ? Где? Где этот грёбаный ключ? Блин, что-то я растерялся немного. Эй, а где ключ? Где ключ? Ну да. А это что? Это мне понадобится или не понадобится? Ой, идет, 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 увидит сейчас.
Увидит же сейчас, ты чё, блин? Если я сейчас туда пойду, он... Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Пошёл я, короче. Валим отсюда, короче, нахрен. Чё ты орёшь, дура? Всё, я спрятался. Он меня не должен найти. Или он меня нашел? Чё, нашел что ли, правда? Подожди, ты чё? Я штука расслабился. Пошел, короче, в ту сторону куда-то. А, это типа, ну понятно. Это способность нашего главного героя слушать на расстоянии. Поскольку у меня сейчас это не особо удобно, и я не совсем это все понимаю. Ой, короче, ладно. А, я понял, типа, если у нас, наверное, сейчас будет вторая глава вот эта, и мы можем пойти наверх. А пока там все нафиг забаррикадировано. Тут у нас, короче, какая-то тетушка орет. Ой, это что? Что за айс, блин? Это подсказка такая, да? Типа... Ой. Ой-ой-ой-ой-ой, господи, тараканы пошли. Ой. Это что за ловушка такая, алло? Да ты что, бычишь на меня? Капец, я, наверное, все вот эти люди, которые боятся тараканов, сейчас до смерти, наверное, испугались. Ой, ладно. Ну, в принципе, вот такая вот игра. Кстати, подобные тараканы в Bachir X тоже были. Хорошо, давайте тогда на этом заканчивать. Пока ничего не могу сказать об этой игре. Можете писать в комментариях, продолжать ли мне в нее играть. Но, в принципе, суть я понял. Типа, мы просто с вами ищем артефакты вот эти все. И, скорее всего, ищем только артефакты, скорее всего. Ну, короче, как в ДН все. Что-то типа того, только здесь это все как-то более тесно, а там-то лабиринты. А тут просто дом, ну тут как бы хотя бы прятаться можно. А там еле спрячешься. Ну вот такие пироги, в общем. Ладно, ссылка на игру, как всегда, будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ставьте игру ВКонтакте. Всем удачи и всем пока.